Всем-всем огромный привет! Я рада приветствовать вас, мои подписчики, друзья, гости моего канала в своем новом видео. Но утро мое начинается с ухода для лица. Для начала наносим сыворотку от Faberlic, затем наносим дневной кремушек. Кремушек я в предыдущем видео показывала, что дневной, что ночной крем у меня от L'Oréal. Такой кремушек беру постоянно, он мне очень нравится. Ну и также мне нужно запустить вторую партию черного белья. Ну и добро пожаловать ко мне в гости. Ну а мы начинаем наше воскресное утро. Я порубила курицу, помыла, опрокинула на дуршлаг для того, чтобы вся лишняя водичка у нас сбежала в тарелочку. Затем я начистила одну большую головку луку. Также у меня были сушеные грибы. Их я пока на некоторое время замочила водичку. Также начистила три картошины. Резала вот таким мелким кубиком. Дальше все скажу, что будем готовить. Сейчас руку вытру. Затем я замесила тесто. Вот оно у меня стоит. Вот только замесила, протерла столы. Ждут нас с вами сегодня, девочки, мальчики, великие дела. Хочу я постряпать ватрушки с творогом. Также хочу постряпать пироги с картофелем, с грибами и с луком. Ну и на обед деткам буду готовить спагетти и будем жарить курочку. Ну а вам, мои дорогие подписчики, я желаю самое главное крепкого здоровья, отличного настроения и мирного неба над головой. Так, кстати, ну и хейтерам, которые у нас наблюдательные, у нас время 20:59, а вы скажете, говорит раннее утро. У нас действительно раннее утро. Отключали у нас, девочки, мальчики, электроэнергию. Полдня не было позавчера электроэнергии. Часы так никто и не настроил. У нас раннее-раннее утро. На часах 9 часов утра. Артемка смотрит мультики. Сейчас посмотрим точно сколько времени. Что, мой хороший? Время у нас 8:49. Что на солнышко? Мама, суп хочешь? Да. Пойдем супик кушать? Да. Ну, а мы пошли завтракать и будем приступать к работе. Да, Артем? Да. Артем супику захотел. Артем очень любит суп. Супик я ему варю понемножку, каждый день, свеженькая. Да, Тёмушка? Угу. Пирожки будешь кушать? Пирожки сегодня будешь кушать? Едок. Ну, мы приступаем. Супу. Что? Супу. Супу хочешь? Да. Сейчас супик мама погреет. Скажи всем привет. Привет. Так, ну мы потихонечку начинаем. Ставим на плиту сковороду. Включаем. Наливаем немножечко растительного масла. Грибочки я опрокинула также на дуршлаг. Где-то кто-то меня в каких-то комментариях уже подправил. Надо говорить не так, надо говорить не дуршлаг, надо говорить не пакет. В общем, как умею, так и говорю. Кому не нравится, не смотрим. И не нужно мне тут подтыкать и говорить, как нужно разговаривать правильно. Мой канал, я тут хозяйка. Давайте не будем с утра портить настроение. Кто меня уважает, тот смотрит. Грибочки у меня длинненькие. Я хочу немножечко порубить ножом.
пирогов с грибами, прошу прощения, буду делать совсем немножечко, так как у нас их особо никто не ест. Сейчас они обжарятся, конечно, их станет намного меньше, они притушатся. Грибочки я помыла, стали замачивала, я вам показывала ранее, стали они более мягонькими, податливыми. Так, жарим грибочки, затем будем добавлять лучок, ну и буду немножечко также добавлять картофель, для того, чтобы это немножечко схватилось и стало более мягким. Так, грибочки наши. Что, мое солнышко? Что это? Паровоз. Грибочки наши немножечко схватились. Добавляем лучок. Нам просто немножечко нужно притушить. Что, мое солнышко? Это паровоз. Мама! Ну что говорит? Что там такое? А мама даже не знала. Да. Мы позавтракали. Артем с большим удовольствием супчику похлебал. Так, картошку я также на дуршлаг, чтобы лишнюю водичку у нас исключить. Вот прямо в сковороду добавляю картофель. Пишите. Может, вы как-то по-другому делаете. Давайте делиться будем с вами рецептами. Девочки, пишите, мальчики, пишите. Кстати, мальчики, неплохие повара. Я вам могу сказать по своему мужу. Единственный минус, что мужчины любят морковку резать кубиками, а мы натираем на терке. Ну и немножечко присаливаем. Возможно, этот блок будет длинный. Но немножечко присаливаем, потому что грибочки я уже присолила, когда жарила. Вот. Все ставим на медленный огонь. Вот. Немножечко нам надо эту начинку притушить. Так, все. Плиту я переключила. Прикрываем крышечкой. Так, но у меня почти что подходит наше тесто. Отлично поднялось. Смотрите, оно прекрасное. Сегодня тесто удалось. Не знаю, возможно, этот влог получится очень-очень длинным. Вот так просто по-домашнему будем готовить. Будем с вами общаться. У меня сейчас отстирается машинка. Развешаем белье. Солнышко. Я замыла посуду. Мама. Жарит. Картошечка моя приготовилась. Я ее притушила до полуготовности. Еще раз немножечко посолила. Мне показалось, что соли недостаточно. Вкуснятина неописуемая. Так, сейчас вынесу на улицу, чтобы немножечко приостыло. Также у меня подошло мое тесто. Вкусные палочки кукурузные. Прямо вот так из контейнера. Оставалось немножечко шоколадных фенечек. Также палочки у Тёмы оставались с позавчерашнего дня.
выложила все в контейнер. Так быстрее с чаем съедят. Вкуснятина, правда? Угу. Пусть кушает. Кушай, наедайся. Будешь сильным, здоровым, конечно. Так, ну а мы будем сейчас жарить курочку. Угу. Курочку будешь жареную кушать? У-у. Не хочешь? У-у. Ну а мы тем временем жарим курочку. Ну и пользуясь случаем, я хочу сказать подписчице, которая мне сказала, точнее написала в комментариях про мою сковородку. Выбросите вы нахрен свою сковородку и приобретите хорошую, добротную. В принципе, мне эта сковорода очень нравится. Что есть, тем и пользуюсь. На что хватает средств, то и покупаю. Но если вы такая умная, пишите на электронную почту, я вам сообщу адрес ближайшего пункта выдачи в Wildberries. У вас есть возможность приобрести для меня новую сковороду? Я не откажусь, почему бы и нет. И будете смотреть, как я буду жарить на вашей сковороде. Ну а в данный момент я пользуюсь тем, что у меня есть. Простите, на более денег не хватает. Ну а если вам так неприятно, просто отпишитесь. Вот и все. Вот и весь секрет. Умников развелось очень много. По факту ноль. Все только учат, мама, как жить, как говорить, мама, с кем общаться. Да, мама. Артемушка, я не хочу. Спасибо, малыш. Приобретите для меня новую сковородку. Я вам буду очень благодарна. Скажу спасибо. Описать выбросите, выкинете. Не нужно. Я думаю, что многие люди сейчас находятся, я бы не сказала, что в таком отличном положении, что есть, из того и готовим. Что есть, на том и готовим. Все такие в последнее время умные. Можем только писать. Создайте свою страницу. Покажите нас таких идеальных. Вас, прошу прощения, вас таких идеальных. Мы посмотрим. И вам тоже напишем. Но я не откажусь. И, кстати, кто-то мне тоже пишет, что по ходу буду рассказывать. Кто-то пишет мне, что вы говорите, что вы не занимаетесь рекламой, а тут же вы нам говорите. Во-первых, я вас не подталкиваю к тому, чтобы вы заказали. Я вам показываю только то, чем пользуюсь я. И проговариваю следующие слова, что если вы хотите заказать, ссылочку я оставлю в описании. Но, смотрите, сегодня утром поймала себя на такой мысли. Если бы я занималась рекламой, я бы прикрепляла все ссылочки в описании. Вот вы обратили внимание, видео, предыдущее видео, где я вам показывала гели для стирки, в очередной раз я забыла прикрепить все ссылочки. Но я забыла. Если была бы эта реклама, ну не уж чтобы я забыла бы прикрепить. Я бы с этого, возможно, тоже бы что-то имела. Как обычно блогерам. Блогерам отправляют на обзор гели, вещи какие-то. Они показывают. А, наверное, если была бы эта реклама, наверное, я бы не забывала бы прикреплять. Так, все, жарим нашу курочку. Про сковородку я намекнула. Отправляйте, я не откажусь. Жарим нашу курочку и приступаем к нашим пирогам. Будем делать пироги с творогом и буду делать пирог с грибами и с луком.
Но на противень наливаем растительное масло. Масло распределяем по противеньку. Берем тесто. Вот такое прекрасное тесто получилось. Тесто очень податливое. Ну и тут, как мы все знаем, раскатываем пласт теста, начинка и снова пласт теста. Но тесто я сегодня заводила. Вода, яйцо, соль, сахар. Также у меня была смесь. Немножечко у меня оставалось молока замороженного. И совсем чуть-чуть было сметанки. Все перемешала. Из этого я сегодня замесила свое тесто. Меня очень часто спрашивают: Юля, расскажи секрет теста. Секрета никакого нет. Что есть, из того и готовлю. Есть молоко, готовлю на молоке. Кефир, сметана, все, что есть, перемешиваю. Дрожжи. Кстати, забыла сказать про дрожжи. Конечно же, в тесто идут дрожжи. Из чего есть, из того и готовлю. Курочка наша жарится. Пирог один я накрыла уже. Грибы и картошка. Вот такой он у меня получился. Сейчас будем ставить в духовку. Вкуснятина, я уже хочу пирога с грибами и с картофелем. Ну и пирог наш в духовке. Тем временем мы начинаем подготавливать все на шанги. Также взяла противенек, смазала его растительным маслом. Далее скатываю вот такие шарики, выкладываю на противенек. Будем ждать некоторое время, чтобы наши шарики были пышными, немного приподнялись. Ну и будем стряпать ватрушки. Так, пока поднимаются наши ватрушки, тем временем у нас пожарилась курочка. И практически подошел наш пирог с картошкой и с грибами. Так, стелим наши прихваточки. Наливаем растительное маслице. Наливаем побольше. Это масло нам сейчас в пиалке пригодится. Бутылку сгибаю, сжимаю, чтобы она меньше в мусорке занимала место. Достаем кисточку. Вытаскиваем наш прекраснейший пирог. Включаем духовку. Вау, какая вкуснятина! Аппетитная. Сейчас покажу. Вот так вот он у меня приготовился, зажарился. Сразу же смазываю растительным маслом. Не знаю, наверное, этот влог получится очень длинным, возможно, навязчивым. Ну, тот, кто любит смотреть влоги. Я сама люблю смотреть влоги. Бывает, смотрю, где совсем подписчиков немножко. Когда-то я также сама начинала. Смотрю. Мне очень нравится. И нравится, когда вот именно как сейчас я с вами разговариваю. Веду беседу. Так, сейчас поближе вам покажу. Какая же это вкуснота. Ой. Получилось. Посмотрите, какой он румяный, зажаристый. Кто-то написал одно масло. Ну, зачем обижать, зачем оскорблять? Я думаю, многие пекут так пироги, смазывая маслом. Ну, если уж вы такие сильно худеющие, ну не смотрите, не делайте. Так, прикрываем листком, затем полотенчиком. Все, оставляем. Так, но мы взбиваем одно яичко. Кладем нашу кисточку, затем
наше растительное масло. Вот так стаканчик опускаем и начинаем аккуратненько, не торопясь. Вот так практически до самого поддончика, противенька. Вот так аккуратненько делаем. Ну и так все остальные. Видно, не видно? Думаю, вам всем видно. Возможно, кто-то делает по-другому. Я, девочки, мальчики, делаю именно так. Я думала, что сегодня, так как выходной, я буду снимать, будет очень шумно. И будет практически ничего не слышно. Но убедилась, что в доме полнейшая тишина. Сейчас еще раз вот так пробежимся. Будем выкладывать нашу творожную начинку. Также можно такие же шанги делать с картофелем, с картофельным пюре. Так, затем смазываем вот так яичко. Будем делать на два раза, так как один противенек у меня уже задействован. Мне бы очень хотелось, чтобы вам этот влог очень понравился. Так, смазали. Берем творожную начинку. Творог я пробежалась блендером немножечко. Затем добавила ванильный сахар, яичко. Готовьте, девочки, мальчики, с удовольствием. Давайте будем вежливые. Не будем оскорблять, не будем ругаться. Как я заметила, ругаемся, оскорбляете друг друга. Не надо. Вот такие ватрушки у меня получились. Ну все, будем их сейчас ставить в разогретую духовку до полного приготовления. Ватрушечки наши подошли. Выключаем духовку. Посмотрите, какие они румяные, аппетитные. Так. Сейчас будем смазывать. Растительным маслом и будем убирать на тарелочку. Всем приятного аппетита, кто обедает, возможно, кто-то только встал, кто-то завтракает. Всем приятного аппетита. Можно было также смазать яичком, но я смазываю растительным маслом. Так, ну что, будем изымать из противенька. Из противенька будем убирать, складывать на тарелку. Вот такую тарелку мне в прошлом году сын дарил на Новый год. Жгет мне пальцы, надо прикрутить. Нужно было, конечно, для полного ума сделать пергаментную бумагу, но у меня ее нету. Вот такие ватрушки
я испекла. Опять мы сытые. Ой, девочки, прошу прощения, мальчики. Опять семья сытая. И слава богу. Надо, кстати, будет прикупить, съездить пергаментную бумагу в Светофоре и фикс прайсе. Она все-таки подешевле. Потому что по уму-то лучше, конечно, на пергамент. Сейчас еще на один раз сделаем наши шаньги. Там осталось немного творогу и немного теста. Так. Ну вот смотрите, не красота ли это? Не аппетитно? Так, ну что, приступаем дальше к работе. Ну и со второй партией все то же самое. Также смазываем противенек, отрываем небольшой кусочек теста вот в такой колобочек. Ну и даем немножечко постоять. Пока подходит наше тесто на шанги, я хочу привести в порядок стол, на котором сейчас работала. Также хочу сказать, что тесто вот у меня хватило тютелька в тютельку, но, видимо, я не вредная. Все тесто я использовала, это очень хорошо. Также у меня останется творог. Я уже сейчас думаю, куда же мне его приспособить. Останется, в общем, творог. Мне звонили, я на немножечко отключалась. Сюда я добавлю яблоко, банан, изюм. И вечером детки скушают. Ну, все, будем наводить порядок. И будем дожидаться, когда поднимется наше тесто, и будем работать дальше. Так, ну тут шаньги ждут своей очереди. Также пирог наш уже практически приостыл. Посмотрите, мягкое, податливое. Так, тесто наше подошло. Повторяем процедуру. Не забываем стакан смачивать в растительном масле. Проснулась Снежана. Включила чайник. Говорит: мама, сколько вкуснятины тут у тебя. Лишь бы кушали. Так. Смазываем яичком. Жанна, налей мне, пожалуйста, тоже чаю. Так, смазываем яичком. Так, и будем выкладывать нашу начиночку. Так. Если у меня останется творог, а он останется, в любом случае сделаем вечером вкуснятину. Что такое, малыш? Что такое? Ты шанюшку ходишь с творогом? Да. Сейчас она остынет и будем кушать. Все, ставим в духовку до полного приготовления и будем смотреть. О. Не горячий чай? Не. Как тебе шанюшки с творогом? Во. Во, вкусно. Да. Артём у нас первый снимает пробу. Тёмочка, аккуратно.
Аккуратно. Аккуратненько. Я тебе свой чай подлила. Да, у меня немного горячноватый. Давай немножко я тебе подую вот так. Ага. Вот так. Тёма не вытерпел, не дождался, скажи, да? Очень захотел маминых ватрушек с творогом. Угу. Держи. Ого-го. Ну, сейчас попробуй, аккуратненько попробуй. Ну как? Ого-го. Не горячо? Нет. Давай, кушай. Кушай на здоровье, малыш. Кушай, наедайся. Мама это... с душой готовила, с любовью. Один. Да, это один кусочек. Да. Мама, два кусочка. Три кусочка. Да. Мама тебе одну ватрушку разделила на четыре части. Угу. Угу. Вкусно, правда? Сев. Самое главное, детки сыты и слава Богу. У меня выпекается последняя партия. И тетя. Тетя тоже уже пробу сняла. Тоже не вытерпела. Что это чай? Это чай. Тетя у нас в ночнушке, снимать не буду. Вкусно. Выпекается последняя партия. Мама. Что, вкусно? Тетя тебе так показывает, да? Да. Кушай давай, кушай, малыш. И будем смотреть, что у нас получилось, как пожарилось, какая начинка. Кушай, кушай давай. Кушай, мой золотой мальчик. Кушай, наедайся. Наедайся. Где у тебя салфеточка-то? Снежа, дай, пожалуйста, салфетку. Держи. Молодец. Кушай давай. Ну что, последняя партия у наших ватрушек приготовилась. Никита попросил немножечко позажаристей. Не знаю, думаю, получилось. Сказал чуть-чуть позажаристей. Сделали чуть-чуть позажаристей. Так. Будем смазывать вторую партию яйцом. Мама. Что, мое солнышко? Нет. Что такое? Нет. Вспотел? Нет. А что такое? Ну-ка, давай потрогаем. Давай. Головка сырая? Нет. Нет, а что? Подожди, Тёмушка, чуть-чуть. Потому что масло растительное. Тарелку с маслом я уже вымыла. Артём, аккуратно, у меня открыта духовка. Хорошо, малыш? Да. Очень аккуратно, пожалуйста. Артём скушал ватрушку, да, Артёмушка? Нет. Ну, не до конца, ну покушал ведь. Покушал. Тебе понравилась ватрушка? Нет. Нет. Нет, не есть. А, не съел. Нет. Еще все? Нет. Ну, скушаешь. Так. Я что-то, как есть, хочу заболеть. Заболеть хочу. Сейчас гуляют снова вирусы. Ну, вот эти два противенька я сегодня напекла. Времени у нас 12 часов. Угу. Вот столько времени мне нужно было, чтобы приготовить. Мама, мне? Ну почему только тебе? У нас есть папа, у нас есть Снежана, мама, Никита, мне? Артём. Ну, почему только тебе? Ты же не один в семье. Дядя. Мама. Маме. Папа. Папе. Я. Артёму. Ну. Тетя. Снежане, да? Да. Так. Так, ну что? Ватрушечки наши готовы. Устал кушать? Да. Вот такая вкуснятина получилась. Вау. Так, сейчас уберу противенек и будем смотреть наш пирог с грибами. Так, ну что, давайте будем пробовать с вами нарезать наш пирог.
будем нарезать, пробовать наш пирог. Да, Артём? Да. Ну, конечно, детки такой не будут. Я уже, конечно, посмотрела. Тесто мягонько, податливо. Много нарезать не будем. Саша на работе. Ой. Я как грибы, так и рыбу очень люблю. Вкуснятина. Так. Нарезать будем небольшими кусочками. Может быть, все-таки Никита немножечко поест. Ну, а маленький кусочек, как говорится. Что, Артём? Нет, это не надо поднимать. Это мама нарезала. Да, грибочек один упал. Артём, не надо поднимать, малыш. Ты куда? Ты куда? О! Что такое? Деталька? Где? Деталька? Где? Так, сейчас покажу. Мама, где? Артём, дай, пожалуйста, я быстренько доснимаю. Где деталька? Ты же играл, я не знаю, куда ты дел. Ищи. Ищи. Так, ну что у нас тут получилось? Прекрасный пирог. Девчонки, честно, вкусно. Девчонки, мальчишки. Сейчас разверну на себя. Будем пробовать. Я сегодня вот в таком одеянии. Ну, это хейтером. Для разговора пробуем. Тесто очень мягко. Все очень вкусно. Я, конечно, съела бы только начинку. Я люблю грибы, люблю рыбу. Что-то на WhatsApp пришло. Целый день сегодня с утра. Когда снимаю для вас, я ставлю телефон на беззвучный режим. Почему? Потому что у меня все время пикает WhatsApp. Вкусно. Всем приятного аппетита. Кто сейчас завтракает или обедает? Идем, осталось немножечко чаю, допью. Что случилось? Что, чучу? Не можешь что-то найти? Волка не можешь найти? Вот поищи внимательно, куда положил? Куда клал? Ну так ищи. Все очень вполне прилично, вкусно и аппетитно. Так, ну а пробу с ватрушек я тоже снимала. Вот такие они вкусненькие, аппетитненькие, зажаристые получились. Честно говорю, очень-очень все вкусно. Все, мои дорогие, на этом я буду подходить к завершению. Что мне сегодня еще осталось? Это мне нужно сварить спагетти. И сделаю, наверное, подливку. Что такое? Нету, подожди, сейчас, Тёмушка, я тебе помогу найти. Ну и все, и на сегодня мой вот такой длинный влог окончен. Надеюсь, я была вам полезна. Всем спасибо за подписку. Всем хороших выходных. Всех люблю. Всем пока-пока. Пока.